После завтрака кот Василек занимается своими делами. Вот я для него открыл форточку. Он любит на форточке сидеть. В том году всегда сидел на форточке. И в доме, и на улицу все видно. А улица — дремучий лес, где ходят лоси, кабаны, зайцы. Волков не замечено, медведи тоже ходят. Замечена медведица. Два медвежонка в том году приходили на детскую площадку в наш поселок около Андреевского. Значит, и медведица здесь рядом с медвежатами. Дети испугались, убежали. Из леса пришли муравьи, осваивают разведчики. Надо обливать будет дихлофосом. Ищут, где гнездо вить. Каждый год приходят из леса черные большие муравьи. Пытаются здесь гнезда вить. Приходится бороться. Вчера здесь был замечен аист или журавль. Журавль, наверное. Нет, аист все-таки. Или журавль. Ну, в общем, короче говоря, здоровенная птица. Гигантских размеров, как птеродактиль. Пролетела одна штука. Наверное, все-таки журавль. Ноги короткие. Уток здесь полно, вокруг болота. Почему берет плохо GSM сигнал? Потому что вокруг болота. Я прошелся по территории здесь. В общем, где-то километр я отошел. В принципе, сигнал нормальный, 4G показывает. Не знаю почему, карта покрытия показала вот белое пятно вокруг моего участка и темно-зеленое на моем участке. Пятак такой. Еще замерил, не замерил, а просто посмотрел Wi-Fi сигнал 8 метров по дому и 10 метров от него в другую сторону, 18 метров от роутера. Показывает где-то сигнал 50%. Ориентировочно, примерно. Это не точно. В принципе, зона покрытия Wi-Fi сигнала неплохая. То есть 18 метров через дом на другую сторону. Нормально. Так что Kinetic Extra KN4. KN1711. Достойная вещь. Рекомендую.